Всем привет! Сегодня у нас распаковочка и осмотр медиаторов с AliExpress. Что такое медиатор? Медиатор — это вот такая вот штучка для гитаристов. Это тоже был с AliExpress. Обычно я их набираю прям огромными большими упаковками, потому что они постоянно теряются. Плюс я их дарю, плюс они опять же теряются и в огромных всегда количествах. В этот раз я решил взять в кейсики медиаторы, которые, насколько я помню, они должны быть разного размера, от 45 до 96, 0,96, соответственно. Сейчас мы вскроем, посмотрим, что стоит, что у нас внутри. Это медиаторы от компании Alisa. Их можно взять и в России. Я где-то видел на интернет-ресурсах, это все дело продавалось. Цена вопроса, по-моему, 10 рублей или 120 рублей. Честно говоря, уже даже не помню. Ну, в общем, копейки. Наши медиаторы в России здесь стоят гораздо дороже. Так. Больше нам китаец ничего не положил. И вот такие вот медиаторы. Сейчас мы коробочку откроем, кейсик. Ага. Что-то там все прям перемешалось, походу, в пути разбилось. А, вот. Нет. Вот он, замочек так открывается. И вот наши медиаторы. Все, конечно, повылетало из своих мест. Или так разложил. Сейчас посмотрим. Да, они разного размера. 0,71, 0,58. Честно говоря, даже таких размеров-то особо не видел. Тоже, кстати, довольно необычный размер. Это 1,5-миллиметровый медиатор. Ну, в общем, на самом деле басисты что-то чем-то подобным играют. Но поскольку я работаю в тяжелых стилях, я попробую, для меня это будет новый опыт. Вот такого образца медиатор. Стандартный размер для металкора 0,96. И поехали. 1,20 размер. 0,81. Ну и на самом деле мы видим, что огромное количество разных размеров. То есть прям диапазонище. И мы это, ну, сами видим, мы можем разложить по перегородочкам, чтобы это все дело. Перегородки вроде как сломаны, ребят. Или нет. Сейчас посмотрю внимательно. Прям вот так все это дело высыплю. Огромное количество медиаторов. Ребят, 120 рублей или даже 200 рублей, но сами видите, если мы зайдем в магазин, у нас цена медиатора идет от 7 рублей, это минимум. А сейчас они это 11, 12, 30 рублей, 60 рублей, разные медиаторы. То вот прям вот такое огромное количество медиаторов, это, я бы сказал, подарок. Ну и как бы к сравнению, то, что я до этого покупал. Здесь уже, видите, медиаторы брендированные, разукрашенные, красивенькие. А я обычно брал как бы вот такие простушки. Ну что я могу сказать, с качеством материала в принципе более-менее, пластик нормальный, отслужит, я думаю, что при прям дичайшем, ну будем если размеры брать 75 там миллиметровки, месяц свободно отслужит, даже может и больше, то есть не сотрется, и довольно здесь много запасу хватит, так что года на 2-3 вот этого добра мне точно хватит. Так, что у нас с кейсиком? Ну, перегородочки, нет, они скорее всего, да, они просто вставляются, вот мы здесь видим пазики, здесь можно убирать перегородки, можно вставлять, то есть это не поломка, ничего страшного в этом нет. Я думаю, обзор можно заканчивать, вот такую коробочку удобно брать с собой, в путь-дорогу, у тебя куча медиаторов, и так, ну, пожалуй, на это, кстати, крепление довольно хорошее, мне понравилось, я, честно говоря, даже не пожалел, что это купил, надо было взять пару упаковок. Даже можно куда-нибудь на чехол гитарный за петельку прицепить и с собой возить. Так, ну всем спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки. Ниже я скину ссылочку на продавца, где я это купил. Покупайте.